Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу влог начать прямо с утра. Я последнее время все-таки решила, соблюдать карантин, скажем так, соблюдать особое положение, которое у нас принято в Санкт-Петербурге, и стараюсь особо никуда не ходить. И так как продуктами закупились, мне вообще никуда не нужно. Вот, поэтому сейчас хочу с утра вместе с вами нанести вот эту масочку от Green Mama. Кстати, она мне нравится. Для меня больше, наверное, какая-то тонизирующая, что ли. Хотя это вот такая питательная, девочки, маска. Но она очень хорошо так прям, как-то тонизирует, что ли, кожу, не знаю. Но маска очень достойна, так что увидите, присмотритесь обязательно. Вот, а сегодня... вчера я получила свой заказ с Вальберикса, точнее, получил у меня муж. Я на него сразу оформила, чтобы он заскочил. Ему там как раз по пути на пункте выдачи. У нас, кстати, пункт выдачи не так уж и близко находится. Для того, чтобы мне в этот пункт выдачи попасть, мне вообще нужно делать разворот большой. То есть там нету поворота у меня, в общем. Вот, или как-то окольными путями, дворами пытаться туда пробраться. Что не очень, конечно, хорошо. Ну ладно. Вот, надеюсь, я думаю, что спустя какое-нибудь время у нас все больше и больше будет открываться этих пунктов выдачи, где можно померить и еще что-то. Но одежду я ничего не заказывала такого, в основном корма, и очень долго мне шла, больше недели, наверное, девочки. Почему? Потому что, я правда знала, потому что там был корм у меня для котов, собак. Сейчас покажу, я уже дала один корм своим хвостатым. Собаке пока не дала, она еще кость свою грызет. Сегодня по плану хочу еще посадить микрозелень. Мне как-то писали, что нельзя вот эту микрозелень сажать, нельзя ее сажать в землю и так далее. Девочки, посмотрела, сейчас контейнеры есть на Алиэкспресс. Но я не знаю, есть ли смысл вообще сейчас что-либо заказывать, сахерба в том числе. Потому что, я так понимаю, какие-то сложности с границами, с перевозками и со всем остальным, все, что не внутри в России, все, я так понимаю, будет то ли задерживаться, то ли что, я не знаю. Вот, но пока посажу просто в землю, а потом хочу заказать на Алиэкспресс, потому что у нас в России эти контейнеры стоят, один контейнер в районе 1000 рублей, я на каком-то сайте посмотрела. Но это как бы несерьезно, я считаю. Вот, поэтому просажу просто пока в земельку, вот, и корешки мы не едим, это микрозелени, только верхушки, и я, корешки даже не пытаюсь дать своим мужчинам, потому что они сразу скажут, фу, гадость какая, в общем, да, вот эта маска, кстати, она немножечко, покалывает, вот, когда ее наносите, а потом нормально, вот. В общем, сейчас похожу немножко в маске, сделаю небольшую уборку, потом смою, нанесу свой уход. Кстати, по поводу ухода... Ну все, у меня сломалась подставка. Девочки, по поводу ухода. Сейчас вот использую на день вот этот крем Айзенберг. Вообще, мне он так нравится. Настолько комфортно, настолько, я не знаю, вот мне очень понравился. Я считаю, что это не только для молодой кожи, это для всех типов кожи. Для всех возрастов, наверное, очень классно. За 1500 я его купила. И вот хочу еще маску, но сейчас в Литуале, смотрю, нет скидок на Айзенберг. Поэтому подожду, когда будут скидки. Вот. Ну что, наконец-таки пришел мне мой заказ с Вальберикса. Вот как раз тот, для кого был сделан заказ. Не только для него, видите, пришел. Нюхает он тот. Да, кисуля моя. На самом деле он... Там частично что-то уже давно лежало, меня ждало, но я ждала корм. Поэтому, решила не сразу все, забрать все одним махом, скажем так. Оплатила я онлайн. Там при оплате онлайн, по-моему, на что-то дополнительно скидка 5% была. Берем, что у меня тут такое. Основного корма я своим котярам решила. Многие из вас, наверное, уже видели вот эту рекламу Winner от Мираторг. Вот для котов. И такой же на пробу вот этот Winner.
Кстати, в магазинах я его не видела. Вот только на Вальбериксе, получается, я увидела. Не знаю, может, где-то уже появился, но нет. Кошакам маленький пакетик на пробу. И собаке, ну, для нее это тоже маленький пакетик. 3 килограмма. Я ей не всегда даю сухой корм. Вот, например, сейчас она у меня все еще догрызает ту косточку. Я ее на ночь убираю в холодильник. Ну, потому что она и гремит, да, и, соответственно, когда она ест кость, например, или что-то такое дополнительное, я ей не даю сухой корм, а так иногда даю буквально чуть-чуть, то есть кушает она у меня кашу, и потом немножко даю корм, потому что здесь все-таки есть различные витаминчики, видите, для суставов, десен, обмена веществ и так далее. Здесь от года до 7 лет. Моей собаке будет 8, но я все равно взяла ей. В общем, вот такой вот корм. Надеюсь, что ей понравится. Вроде крупный там внутри. Не знаю, вот такой. И вот это вот кошакам тоже дам им попробовать. Будешь есть такой корм? Будешь, я тебя спрашиваю? Тебе мама заказала. Тебе, ради тебя одного заказ сделала. Только ради тебя. Ты слышишь меня? Повернулся ко мне попой. Вот. И корм, который я долго ждала, который мне посоветовала одна моя подписчица. Она мне написала, что кормят выставочных собак вот этим кормом. Я, соответственно, с огромным удовольствием его взяла. Говорит, что тоже и в отзывах там было написано, что очень многие его любят. Вот такой вот корм. Я взяла вот его, я, кстати, долго ждала. Вот видите, здесь состав очень хороший, с океанической рыбки. Я взяла для взрослых кошек, по-моему, для стерилизованных, да? Ну вот видите, отличное сердце, блестящая кожа, изысканный. Такой вот у него состав, видите, очень хороший, различные витаминчики здесь добавлены. Будешь есть? Ты будешь есть? Будешь? Нямку мама тебе заказала вкусненькую. Будешь красивым котиком. Так что я запаслась тоже едой для животных. И также, девочки, для своих вот этих приверет взяла вот такие лакомства. Не знаю, как они будут по вкусу. В общем, вот такие деревенские лакомства. Ягненок, крольчатина и соломка утиная, утка, вот такие вот, ну, по пакетику взяла, буду, я им не за раз весь пакет дам, просто буду периодически, когда сильно буду доставать, буду давать им, я надеюсь, что понравится, я очень на это надеюсь, вот, ну, будешь есть? Скажи, хочу, пристала ко мне, снимаешь и снимай, да? Вот, так что вот такие вот еще вкусняшки. Собачки свои, но я не знала, что получится мне купить кость. Я взяла вот такую косточку, но ее дам попозже уже. Сейчас она с этой у меня играется. Эту я, может быть, на следующей неделе только ей дам. Но вот обычно такие вещи ей ненадолго хватает. Буквально там на один денечек, я не знаю, на полдня, наверное, вот такую косточку. Вот, специально для... Ну, такую большую специально, самую-самую большую выбрала. Вот. Ну, и здесь, девочки, совсем чуть-чуть для меня. Я взяла себе, не поверите, я взяла себе бигуди. Сейчас я их распакую, покажу вам. В общем, решила взять, я попробовать. Вот я распаковала, значит, ну, чтобы постоянно не укладывать плойкой, да, я все равно обычно волосы сушу не феном, а они у меня естественным образом, скажем так, высыхают. Я детей отвожу в школу-садик. Если они дома, то, соответственно, я вообще никуда не еду, да, и мою голову с утра, ну, мою волосы, да, и обычно они у меня сами высыхают, а потом я только накручиваю на плойку, ну, вот сейчас как делаю, да, и у меня плойка конусная вот такая, я решила, увидела вот такие бигуди, думаю, почему бы не попробовать, единственное, что я уж не знаю, как они тут будут крепиться, девочки, ну, в общем, сейчас я попробую накрутиться, здесь идут вот такие палочки, куда их, конечно, вставлять? Такие вот, девочки. Я не совсем понимаю, конечно, как ими можно закрепить. С учетом того, что у меня длинные волосы, я думаю, что у меня вот этими палочками не получится воспользоваться. Но я как-то 100 лет тому назад на Алиэкспрессе заказывала вот упаковку. У меня была, я не помню, по-моему, 8 или 10 штук вот таких вот зажимов. Я убирала волосы, когда красилась. И вот сейчас тоже убираю волосы, когда крашусь. Они у меня мокрые
пока есть. Я планирую как бы вот так сделать. Вот, чтобы они просто у меня зафиксировались. Ну, в общем, посмотрим. Если что, можно просушить феном. Я думаю, что будет нормально. Не знаю, видите, хотя не плотно прилегает. Ну, в общем, не знаю, попробую, побалуюсь с ними. Мне просто понравилось, что это вариант конуса, да, идет. И он как получится, как раз как накрученный на плойку. Ну, уже до кучи я взяла вот такие. Единственное, что вот такие с крабиком. Не знаю, может быть, их, кстати, тоже вот так, да. Смотрите, тоже можно. Вот, тоже они недорого стоили. Единственное, что в отзывах многие писали, что у них вот здесь вот нет зубчиков у некоторых. Я посмотрела, все зубчики девочки на месте, все хорошо. Вот, видите, смотрите, все на месте. То есть мне, в принципе, отлично. Единственное, что, кстати, вот эти бигуди, они жесткие, они не мягкие. Я на самом деле думала, что они будут мягкие. Нет, они прямо вот пластик пластиком. Девочки, ну, в общем, попробую, потом вам расскажу. И вот эти как. Вот. Потому что и на конусной плойке все-таки красивее получается завиток. Ну, на конусе, да, вот на таком. Он получается более такой естественный, что ли. И последнее, что я себе заказала, это вот такую повязку на голову. Сейчас я ее распакую тоже. Это просто идет вот такой, как платочек, и внутри есть проволока. В общем, тоже убирать волосы дома и не только. Ну, я обычно дома вот такое ношу. Видите, написано Лола. Вот, но стоил он 300 с чем-то рублей. Я посмотрела сейчас на Алиэкспрессе, они стоят намного-намного дешевле. Качество, ну, честно вот вам скажу, ну, такое, ну, как бы синтетика. Единственное, что там тоже в отзывах было, кому-то попадались порванные, да. Вот, ну, такое, я как бы не сказала, ну, то есть я бы не отдала за нее 300 рублей, 100 рублей, мне кажется, вот, красная цена. В общем, я хочу с Алиэкспресса, наверное, закажу себе подобные штучки, вот, ну, эту, конечно, буду носить, чё уж. Но симпатичненькая такая. Тоже покажу, как смотрится на волосах. Именно вот эта расцветка была со скидкой, поэтому я взяла именно такой расцветки. Даже не думала ни о чем, к чему мне там будет подходить. Ну, мне кажется, к джинсикам, маечке какой-нибудь, ну, вот шорты джинсовые, я имею в виду, будет отлично смотреться. Говорю, пойдем тебе корму дам вкусного. Нет, он лежит. Лежит, никуда не идет. Пойдем, тебя покормлю вкусно. Пойдем, тебе корма дам. Хочу сейчас дать вот этот винер от Мираторкому. Пойдем, мама тебя покормит. Пойдем, покормлю тебя. Вот он какой, как частый. Пойдем, мама покормит. Ну, пойдем. Вот дерево-то все. Все дерево-то, а? Ну, что ты вот такой бандит? Давай, не царапай меня. Давай я на бигуди закручу. Давай мою кисочку такую сладенькую. Вот она такая вредная, скажи. Да? Пойдем, покормлю тебя. Пойдем, моя сосулечка. Пойдем, моя кисечка такая сладенькая у меня. Да, вот он. Скажи, отстань от меня, дай поспать, да? Девочки, вот так вот выглядит эта повязка. Мне на самом деле очень она нравится. Если бы вот эта штука была шелк, было бы вообще идеально. Мне кажется, для волос было бы просто бомба. Вот, ну ладно, это все синтетика. Внутри проволочка, можно сделать вот таким широким, да, вот как я сейчас показываю. Ну, вот это как платок такой получается, да. А можно сделать, ну, свернуть и сделать узенькую такую. Вы знаете, эта штука очень классно делать макияж. Потому что вот здесь вы регулируете, как сказать, степень, да, насколько сильно, да, зажато, да, можно слегка, и не получится заломов на волосах, когда вы, допустим, делаете макияж или делаете какие-то маски, и вам нужно просто убрать волосы, чтобы они не лезли. Это вообще, вот это просто супер. Ну, расцветочка такая, кстати, мне идет миленькая. Можно сделать, ну, соответственно, чтобы они вот так стояли, как будете, как это, знаете, вечера на хуторе близ Диканьки, да? Кто там, Солоха была или кто, я уже не помню. Вот, или сделать, ну, как бы, как-то их подубрать вот так вот. То есть, ну, классная штука. Единственное, что посмотрела на Алиэкспрессе, они стоят дешевле, намного дешевле. Я, наверное, закажу с Алика себе еще парочку таких штук. Вот, потому что, ну, мне кажется, вот эта ткань, она быстро расползется. Если еще, ну, использовать ее, когда делаете макияж, то, ну, будет пачкаться, мне кажется, постирать. Ну, руками только, если стирать ее руками, мылом. Но все равно, мне кажется, просто здесь, ну, не очень качественно сделаны вот эти швы.
Здесь вот тут немножко торчит такой загиб. Мне кажется, быстро разойдется. А с Алиэкспресса они в районе 100 рублей стоят. Так что будет не так жалко. Вот. Ну, я сейчас поеду, сейчас уже забросила стирку. Поеду, заберу старшего сейчас со школы. Никакую продленку я его сейчас не оставляю. Вот осталось нам до пятницы учиться, пока каникулы будут так, как и остаются у нас неделю. И на неделю мне разрешили в садике, точнее как, можно написать заявление и уйти надолго, хоть вообще на месяц потом со справкой. Но мне воспитательницы посоветовали сделать так. Написать заявление по семейным обстоятельствам, уйти на 5 дней, потом на день выйти, опять написать еще раз заявление и еще раз уйти на 5 дней, а там уже посмотреть. Вот. Но если не захочу на день выйти, то прийти и переписать заявление, что в связи с вот такой ситуации не хочу ходить. Слушайте, мне так нравится. Реально, знаете, как это? Ну вот мне почему-то, когда я вижу такие повязки, мне вспоминается вот этот фильм, именно такой старый-старый фильм «Вечера на хуторе близ Дихканьки». Я не знаю, почему вот это именно он у меня ассоциируется. Еще такие серьги с кольцами, да, сюда одеть. И вот 100% это этот фильм. Могу прямо главной героиней быть. Вот, ну ладно, поехала за сыночком. Потом буду готовить, кушать, как обычно. И сегодня на ужин я решила приготовить мясной пирог. Здесь у меня домашний фарш, картошка натертая на крупной терке и лук нарезанный, соответственно, специи всякие различные. И тесто у меня слоеное, обычное, бездрожжевое. Буду складывать все вот в эту плошечку, я уже как-то снимала рецепт подобного пирога. Ну, раскатать тесто, сложить, да, и потом буду выкладывать начинку и ставить в духовку при температуре 180 градусов, где-то 40-45 минут, посмотрю по готовности. И вот такой вот пирог у меня получился. Я еще сверху посыпала кунжутными семечками, вот, проколола вилочкой, чтобы он не вздувался, и сейчас буду отправлять в духовку. Вот мой готовый пирог. Получается он такой очень вкусный, ароматный. Из этой плошечки я его достаю путем переворачивания. То есть переворачиваю вначале на доску, потом на тарелочку. Вот такой вот у нас получается сегодня вкусный ужин. Будем есть с мужем пирог вот такой вкусный. Чаем. И также хотела показать мои цветочки, которые я покупала в Обе. Смотрите, они распустились и просто такие ароматные. Сидишь, пьешь чай и вдыхаешь аромат. Правда, такой аромат немножко горьковатый у них получился. Цветочки у меня эти беленькие, но, по-моему, очень-очень мило смотрятся. Стоят они у меня прямо на столе. Ну, а мальчикам своим я сделала вот такие, как они это называют, мини-пиццы. Очень они их любят, правда, они сейчас пока горячие. Просто там у меня сарделька, помидорка, сыр, и смазываю я не кетчупом, а томатной пастой. А муж мой решил попить в связи с такой ситуацией вот такой бальзам. Старая Вологда. Я, кстати, его попробовала, но он такой прямо какой-то горьковатый, вообще, ву. В чай так очень сильно невкусно, не знаю, может быть, если добавлять в кофе, не так он сильно будет ощущаться. Так что всем приятного аппетита! Ну что, девочки, на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!